Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 238 упражнение. Прочитаем задание. Подбери и запиши 5 одушевленных и 5 неодушевленных имен существительных. Определи, какого они рода. Давайте выполним. Итак, женский род одушевленные – собака, ученица. Неодушевленные – колбаса, булочка. Мужской род одушевленные – пилот, школьник. Неодушевленные – портфель, огурец. И средний род – одушевленные – млекопитающие, неодушевленные – болото. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.